Следующий вопрос. Ар-рибху фи шарикати аль-абдан. Говорит, как делится прибыль в таком партнерстве, партнерстве по телам. Каля Абу Мухаммад ибн Кудама фи аль-Мугни. Сказал ибн Кудама в своей книге аль-Мугни. Ар-рибх фи шарикати аль-абдан. Аля маттафаку али мин мусаватин ау тафаду. Прибыль они делят в этом партнерстве так же, как и в других видах партнерства, в зависимости от договоренности. Либо поровну, либо по разным долям. Лянна ламаля юстахакку би рибх. Потому что здесь прибыль получается за счет работы. Уяджу стафалдулю умафиль амаль. А возможно такое, что у каждого своя работа. У кого-то работа сложнее, объемнее, у кого-то работа легче. Говорит фаджаза тафалдулю умафиль рибх аль-хасаль би. Соответственно, и прибыль будет делиться не одинаково, но в зависимости от объема работы каждого из партнеров. Далее.